Узмацнение отказности керовников и работников, профилактика, дальнейшее повышение эффективности работы наглядальных комиссий и мобильных групп. Сегодня на посяджении Гомельского облаканкама дали оценку выполнению потребований у директивы президента Беларуси номер 1 у первом полугодии 2019-го. С подробностями наши корреспонденты. Подставы для серьезной размовы есть. У сравнении с первым полугодием 2018-го в области загинуло на 5 человек больше. Снизились показчики смертности на пожарах, у вынику суицидов и утоплений. Дорожно-транспортные здарения, забойства и вытворший травматизм, на жаль, продемонстрировали рост. Вытворший травматизм на особливом контроле. Кожный выпадок гибели и отрывания травмов уважливо анализуется. Как показывает такая работа, у 40% выпадков вина лежит на самих потерпелых. А тому повышение вытворчей дисциплины, мотивация работников до выполнения правил аховы працы и жесткий контроль – вот шляхи до зменьшения сумных лишбов. В целях профилактики производственного травматизма ежемесячно проводится анализ ситуации, которая складывается в области, и принимаются оперативные соответствующие меры. Так, в течение этого года уже проводится третий месячный к безопасности труда в сельском хозяйстве. Мы в этом году применили такую новую форму работы, как месячники безопасности отдельных регионов. В настоящее время такой месячник проходит на территории Речицкого района. Ну и в зависимости от складывающейся ситуации по отраслям, также проводится определенная работа. Во час посяджения облвыканкама особливую увагу надали дальнейшему повышению эффективности работы мобильных групп. Это действенный инструмент, который помогает выявлять факторы, что могут привести до травмирования на вытворчести. Один из основных – пьянство. Алкогольное опьянение, нередкий сподорожник несчастных выпадков. Часом необыяковость коллег может попередить трагедию. Хорошо отдаю себе отчет в том, что есть и латентные, скрытые факты, о которых мы не знаем, но, наверное, они имели место. И опять мы возвращаемся к тому, что нельзя молчать. Поэтому каждый сотрудник, независимо от того, является он условно общественным инспектором по охране труда у профсоюзов или просто коллега рядом, главное не быть равнодушным. Алкоголь увогуле причина многих несчастных выпадков не только на вытворчості, а тому на профилактику пьянства треба накировать додатковые намагання. 40-годовый мужчина, жыхар сельской мясовости, живе один, не працуя, курить и злоуживая спиртным. Таким отрымливается средний портрет ахвяры огню. И хоть у Гомельской области по выниках полгодия назирается снижение колькости загинувших на пожарах, пильность гублять не треба ни по одним напрямку. Тому что самое дорогое – это человечее життё. Сярод даденных доручений – повышение эффективности работы наглядальных комиссий. Максим Савин, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».